И сегодня в обед на Приморском бульваре собрались около 600 одесситов и гостей города. В рамках акции традиционно состоялся флешмоб, посвященный празднованию Международного дня мира и Рождеству Пресвятой Богородицы. О том, как все происходило, смотрите далее. Международный день мира – это действительно праздник для всех одесситов, для всей Одессы. И сегодня в этом флешмобе принимало участие люди действительно разных национальностей, разных культурных принадлежностей, разных возрастных категорий. Такие дни для Одессы, они крайне важны. Это еще одна демонстрация того, что Одесса – очень мирный город, толерантный город. Город, который открыт ко всему позитивному, доброму. Праздник состоялся при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Так как это ежегодное мероприятие, которое мы действительно делаем его с каждым годом все больше и больше, и мы уже не первый раз обращаемся к Сергею Васильевичу Кивалову, к президенту Национальной Одесской юридической академии, народному депутату. Во флешмобе, посвященном Международному дню мира, приняли участие также воспитанники структурного подразделения Одесской юридической академии морского училища номер 3. Я хочу, чтобы в наше время везде был мир, все было спокойно, все люди и все народы дружили между собой, помогали друг другу. Мы сегодня собрались здесь училищем для того, чтобы поддержать мир. Такие мероприятия очень хороши, чтобы их проводили, для того, чтобы поддерживать мир в нашей стране. Для того, чтобы мир дружнее. По-моему, даже они были самые массовые. То есть это красивые ребята, молодые, они строем шли, впереди держали флаги. Это очень хорошо, что вот так вот все дружат, трудятся. И у нас морская столица, и мы должны выпускать самых лучших кадров. И, конечно, если они еще юридически подкованы будут, это вообще замечательно. К 16-летию Дня мира была представлена яркая праздничная программа. Живая надпись «Мир», молитва за Украину, рушник с названиями городов Украины, украинские песни и три парящих в небе белых голубя. Так Одесса провела замечательный флешмоб в честь международного праздника, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН. Сегодня великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня еще один очень важный для всех наш день – Международный день мира по решению Организации Объединенных Наций. Нас много людей, любящих мир. Давайте вместе его беречь, давайте вместе за него молиться. Юлиан Аксенов, Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».